Прямых доказательств того, что волны, излучаемые вышками сотовой связи, телевизионными антеннами, мобильными устройствами, пагубно влияют на здоровье человека, нет. Но предупрежден, значит вооружен, считает Всемирная организация здравоохранения. Они не рекомендуют использовать сотовые телефоны слишком интенсивно. Уж точно не рекомендуют их хранить около жизненно важных органов. Ну, то есть, не хранить в кармане, не носить их на груди. Там. Если у вас есть возможность, лучше в сумке их держать и тому подобное. Мое личное убеждение заключается в том, что электромагнитные волны вот эти все равно каким-то образом воздействуют на ткань, каким мы еще не знаем. Защитить свое жилище в мегаполисе от воздействия электромагнитного излучения на 100% практически нереально, но можно уменьшить фон, например, огородить квартиру экраном-проводником. Если у вас есть какая-то сплошное покрытие из металла, то, как правило, внутри электромагнитного поля внешне не будет попадать вообще. Экранирующим действием также обладают хорошие марки бетона. В таком хорошем железобетонном здании, цельном таком, каркасном, обычно связь мобильная резко падает, ее интенсивность. В некотором случае даже телефон может не ловить ее. Можно использовать и не сплошной металлический экран, а обычную металлическую сетку. Важно только, чтобы ее размер был меньше, чем длина радиоволн. Для примера, длина волны мобильной связи где-то от 15 до 35 сантиметров. Если ячейки металлической сетки будут в 5-10 раз меньше этого, то она будет служить зеркалом, отражающим радиоволны. Ячейка там сантиметр и два. Такая типичная металлическая сетка, она будет практически идеально экранировать все электромагнитные поля с большей длиной волны. Частично поглощают электромагнитное излучение не только проводники, но и диэлектрики, например, цветы и растения. Но эффект настолько мизерный, что большого смысла в разведении ботанического сада дома именно с этой целью нет.